Фактически самым ранним предком современной гитары считается древняя лютня из Месопотамии. Это был инструмент, отдаленно напоминающий гитару, который состоял из грифа и врезной чаши из разных материалов. И именно здесь археологами было найдено первое упоминание об этом инструменте. Это первые сохранившиеся свидетельства в виде лепных фигурок, изображений на камнях, которые датируются 3000-летием до нашей эры. Одно из таких свидетельств сегодня находится в Британском музее. Это камень, на котором изображена фигура человека, играющего на лютне. Древние цивилизации всегда были крепко связаны друг с другом. Миграцией, торговлей, и во время переселения людей этой области лютня начала свое путешествие из Месопотамии в другие части этого региона, в частности вдоль Средиземноморья. Так, в 1500 году до нашей эры лютня попала в Египет, а к 320 году до нашей эры она достигла Греции. Вообще, стоит сказать, что слово «гитара» к нам пришло из названия древнегреческого струнного инструмента кефара. В разных регионах древняя лютня была адаптирована к особенностям и культурам этих мест. И в течение нескольких столетий она просто превратилась в новые инструменты, такие как барбат и ут. В целом они были похожи друг на друга, но ут стал очень популярным инструментом, и на нем уже игрались сложные мелодии и гармонии. Корпус изготавливался из таких видов дерева, как груша, орех или сандал. К голове уда прикреплялись деревянные колки, при помощи которых настраивались струны. Количество струн варьировалось от 11 до 13. Родом из Месопотамии ут стал ключевым инструментом, который сохранил многовековые музыкальные знания от месопотамских цивилизаций до Древней Греции. И путешествие уда на запад стало знаковым, решающим событием 7 века в появлении испанской гитары. В 711 году, во время завоевания Пиренейского полуострова, мавры вторглись в Испанию. И, завоевав ее, они ее назвали Аль-Андалус. И утверждается, что с завоеванием этих мест североафриканские мавры, арабы и другие народности принесли с собой свой быт и традиции, в числе них музыкальные инструменты. В числе прочих, тот самый ут закрепился в этом регионе и распространился по Европе и стал предшественником европейской лютни. А в самой Испании ут продержался вплоть до того момента, пока христианская знать не восстановила власть во время реконкисты. И к этому времени, а это уже 13 век, появились два типа струнных инструментов. Гитара латина, латинская гитара, и гитара мориска, мавританская гитара. Разница между ними была уже заметна. Мавританская гитара имела более округлый корпус, форма и структура этого инструмента напоминают ут, так как здесь больше мавританского влияния. Играли на нем преимущественно с помощью медиатора, так называемого плектра. Латинская гитара имела больше изгибов и больше напоминала современную гитару. При игре использовался прием пунтеадо, то есть игра щипком. Считается, что этот инструмент переродился из европейской лютни уже в Сицилии, куда лютня была завезена византийскими музыкантами. И параллельно с этим во Франции и в немецкоязычных странах
популярность лютни достигла своего апогея. Инструмент уже звучал во дворцах королей и высшей знати, а также в домах простых горожан. Лютня постоянно модифицировалась, увеличивалось количество парных струн. Сначала 10, затем 14, а потом и вовсе 36. Для тех, кто не знает, в струнных инструментах сдвоенные парные струны, настроенные в унисон или в октаву, зовутся как хор. Также стоит упомянуть историческую личность по имени Зырья. С этим деятелем связывают популяризацию уда в Испании в период арабского господства, после его переезда из Багдада в Кордову, где он открыл музыкальную школу. И как пишут его современники, он оказал большое влияние на музыку того времени. Сегодня в Кордове стоит памятник в его честь, а великий гитарист Пако де Люсия вместе с известным джазовым пианистом Чик Корея записал альбом «Зырья», отдав дань уважения. В середине 15 века инструмент под названием виола был разработан в королевстве Арагон, которое простиралось на территории, охватывающей северо-восточную Испанию, южную Францию, Италию и некоторые части Греции. Этот инструмент считается одним из самых важных предков гитары в стиле барокко. Стоит сказать, что к тому времени в разных регионах были в ходу три разновидности виолы. Виола де арко, на ней играли смычком, виола де пинола, использовали медиатор, и, наконец, виола де мано, играли щипком, то есть пальцами. И вот как раз в Испании именно виола де мано очень-очень стал популярным инструментом. Она имела 5 парных струн, а в конце периода и 6. Виола была весьма популярной в аристократической среде, и она использовалась как сольный и ансамблевый инструмент, а также для аккомпанемента. В 17 веке виола была вытеснена барочной гитарой ввиду того, что пришла популярность многоголосной гармонической музыки в Европе, где был уже бас, аккомпанемент и мелодия, а на виоле было удобнее исполнять полифоническую музыку, которая свойственна равноправию голосов, в отличие от гитары, где уже можно было играть аккорды. Тут уже появилась более привычная нам прямая головка грифа, корпус стал меньше, уже появилась талия, и мастера уже придавали инструменту форму восьмерки. Гриф удлинился, ладов стало 11, лады были все еще навязными, жильными, их в буквальном смысле навязывали на гриф. И струны у гитары были тоже жильными, их завязывали узлом на подставке. Этот инструмент вскоре получил универсальное распространение в Европе под названием гитара или испанская гитара. В современной литературе принято также название барочная гитара. Барочная гитара стала модным предметом во Франции благодаря любви короля Людовика XIV к этому инструменту. Для него уже была написана большая часть музыки самых выдающихся гитарных композиторов. Это был Франческо Корбетта, Бартолотти, Людовико Ранкали, Давизе. И гитары в стиле барокко часто использовались для сопровождения песен, а техника игры сочетала в себе уже бренчание, извлекаемое большим и первыми двумя пальцами. Среди сохранившихся инструментов этой эпохи многие гитары очень искусно инкрустированы изящными узорами в виде роз на резонаторном отверстии, сделанными из пергамента и других материалов. Кстати, знаменитый итальянский мастер Антонио Страдивари, помимо скрипок и виолончели, также делал гитары в стиле барокко. Правда, их было немного. Интересно то, что его гитары имеют простой вид. В них мало ярких декоративных элементов, которые можно было встретить в гитарах у других итальянских мастеров. Так как ближе к концу 16 века во главу стали ставить звук, и отделка постепенно становится аскетичной. Из 5 сохранившихся гитар Страдивари только одна гитара по имени Сабианари 1679 года все еще пригодна для игры.
Итак, в 18 веке в ходу было два типа гитар. В Италии популярностью пользовалась барочная пятихорная гитара, а в Испании шестихорная. И переход от пятихорной и шестихорной гитары в стиле барокко к шестиструнной гитаре эпохи романтизма произошел в конце 18 века либо во Франции, либо в Италии. В этот момент гитара начинает иметь меньше общего с лютней и ее другими предшественниками, и начинают проявляться существенные черты современной гитары. Конструктивные усовершенствования включали замену деревянных колков на механику, а порожки стали костяными, и в конечном итоге новизные лады заменили на металлические лады. Стандартными стали и гриф с 12-м ладом, расположенным там, где гриф соединяется с корпусом. Что касается истории возникновения шестой струны на испанской гитаре, то у этого нововведения 18 века есть два автора – неаполитанца Гаэтана Виначчиа и Джованни Батиста Фабрикаторе. Но первенство в изобретении все же принадлежит Фабрикаторе. Фабрикаторе также был уважаемым мастером скрипок и мандолин, но все же он прославился своими гитарами. Большинство сохранившихся шестиструнных гитар 18 века изготовлены Фабрикаторе. Еще одной очень важной конструктивной особенностью новой гитары были веерные пружины, которые, по общему мнению, впервые применил мастер Хуан Пахес, один из ярких представителей знаменитой кадисской школы в Испании. И Пахес начал использовать трехвеерную пружину под резонаторным отверстием, а позже пяти. Знаменитые испанские композиторы и исполнители Фернандо Сор и Дионисио Агуадо Гарсия высоко оценили качество инструментов Пахеса. Его инновации оказали влияние на других мастеров, таких как Франциско Сангино, Луис Панорма из Англии и французский мастер Рене Франсуа Лаколь. На этикетках гитар Панорма значилось следующее: единственный мастер гитары в испанском стиле. Это говорит о том, что во всей Европе и Англии гитара твердо ассоциировалась с Испанией. А Франсуа Лакот вдохновил целое поколение мастеров своими работами, на которых играли ведущие гитаристы той эпохи. Ко всему прочему, его гитары были безумно роскошными, богато украшены узорами из инкрустации черного дерева, из перламутра, из слоновой кости, а корпус выполнен из ценного атласного дерева. На голове инструмента имеется надпись «Лакот и Пари», сделанная золотом. Это важная деталь, которая подтверждала подлинность инструмента. К 19 веку строительство железных дорог открыло окно Европы многим музыкантам того времени. И такие гитаристы, как Мауро Джулиани и Саймон Молитор, сделали из Вены центр игры на гитаре. Волна прокатилась по всей Европе и Англии. Популярность нового инструмента также затронула таких больших композиторов 19 века, как Франц Шуберт, Гектор Берлиоз, Паганини. И они играли на гитарах и писали для нее небольшие пьесы. С конца 19 века и в 20 веке Испания становится центром по производству испанских гитар. Инновации мастера Антонио де Торреса добавили новый импульс в жизни испанской гитары. И, по сути, переняв опыт своих предшественников, мастеров, Антонио де Торрес создал современную классическую гитару, которую мы используем сегодня.
но в каких-то аспектах он стал все же пионером. Антонио де Торос увеличивал размер корпуса гитары примерно на 20% по сравнению с гитарами, которые делали его предшественники. Его дизайн корпуса гитары в форме восьмерки называется «Плантилья». Увеличивал площадь как верхней, так и нижних частей деки. И, как считается, на создание новой формы он был вдохновлен молодой женщиной, которую он увидел в Севилье. Торрес считал верхнюю деку самой важной частью инструмента и сделал ее еще тоньше для усиления резонанса. Для этого он использовал систему из 7 пружин, которая расходилась веером и поддерживала верхнюю деку гитары. Также Торрес остановился на мензуре 650 мм для гитары, и размер в итоге был принят за основу другими мастерами и до сих пор является стандартом. Антонио де Торрес был довольно популярным мастером в Испании, и его гитары имели большой успех среди гитаристов. Есть такая история. Она гласит, что однажды к нему пришел за покупкой гитары молодой парень-гитарист. Он сыграл несколько произведений, и, услышав, как тот играет, Торрес остался под большим впечатлением. Тогда он просто подарил свою личную гитару этому молодому человеку. Тем испанским гитаристом оказался Франциско Тарага. С этой гитарой Торреса испанский гитарист и композитор Франциско Тарага открыл современную эру испанской гитары. И Тарага показал широчайшие возможности шестиструнной гитары и доказал, что этот инструмент полон художественным арсеналом, палитры звуков, недоступные другим инструментам. Тарага внес свой вклад в развитие современной техники, одобрив размещение гитары на левой ноге, поднятой на подставку для ног, и отказавшись от практики класть мизинец правой руки на деку. На протяжении 19 века велись споры о том, следует ли играть на гитаре при помощи ногтей или без них. И гитаристы разделились на два лагеря. В свою очередь, сам Тарага стал культивировать игру, не применяя ногти. Тараге Испания обязана началом возрождения гитарного искусства, и сегодня его по праву считают отцом современной классической гитары. Другое известное имя в гитаростроении – это династия Рамирес. На сегодняшний день пошло 5-е поколение этой семьи, и гитарная династия Рамирес – самая известная на протяжении 20 века. Началась она в Мадриде, где Хосе Рамирес I открыл свою первую мастерскую в 1882 году. И компания существует там по сей день. Хосе Рамирес I стал фундаментальной частью так называемой мадридской школы производителей гитар. Поскольку в то время он был самым выдающимся мастером гитар своего времени, после Антонио де Торреса, в значительной степени переняв его методы построения. Рамирес I разработал популярную гитару таблаву для гитаристов фламенко с большим корпусом и более узкими сторонами, чем у гитар Торреса. Эта модель была взята за основу его братом Мануэлем, а затем модифицирована в то, что мы теперь называем как гитару фламенко. Похожий случай, как у Торреса, произошел и с Рамиресом. Как-то порог магазина переступил никому неизвестный гитарист с целью взять на прокат концертную гитару. И впечатленный игрой незнакомца, Мануэль Рамирес взял и подарил эту гитару этому молодому человеку. Через некоторое время имя гитариста Андреса Сегови прогремит на весь мир. На гитарах Рамиреса играли и играют многие выдающиеся музыканты, от Андреса Сегови до Стинга. Битлз использовали ее в нескольких студийных работах, в том числе в известной песне «And I Love Her». И если Битлз спровоцировали огромный всплеск продаж акустических гитар и вдохновили миллионы людей играть на этих инструментах, то один только Сеговия положил начало движению популярности классической гитары, которая мотивировала на обучение несколько поколений классических гитаристов. В 20 и 21 веках испанская классическая гитара, наряду с фламенко, окончательно заняла титулованное место среди музыкальных инструментов.
и появились такие великолепные классические гитаристы и композиторы, как оскароносный британец Джон Уильямс, испанец Пепе Ромеро, шотландский виртуоз Дэвид Рассел, бразильцы братья Асад. В жанрах фламенко Винсент Амиго, Пако Пенье, Томатита и, конечно, великий испанец, чье имя должно жить и будет жить вечно, это Пако де Люсье. Испанская гитара стала неотъемлемой частью музыкальной индустрии. Она звучит в оскароносных фильмах, в песнях, которые получают Грэмми, делая этот инструмент культовым. Возможно, причина, по которой испанская гитара сегодня является одним из самых популярных инструментов в мире, заключается в том, что она несет в себе следы многих стран и людей. Она адаптировалась во многих культурах по всему миру. В наследство она получила сильный характер и при этом остается очень глубоко сентиментальным и интимным инструментом. И, возможно, сила классической гитары еще и в том, что она стала одним из тех элементов, которые определяют нашу идентичность. Так же, как, например, язык или еда. И поэтому я бы сказал, наверное, очень банальную вещь. Испанская гитара является культурным наследием всего человечества. За моей спиной целый островок с испанскими гитарами. Это те самые гитары, которые сегодня изготавливаются испанскими и европейскими мастерами. Я приглашаю вас в гитарный клуб просто на них поиграть, взять одну из них в руки и вспомнить историю ее возникновения. Услышать бархатный звук, доносящийся из многих веков, в котором так едва за мелодией можно услышать голоса и речь разных народов, на разных языках, мастеров, кто отчаянно стремился сделать из дерева нечто больше, чем инструмент. Мастеров, кто передал нам сакральное. Это память о величии королевств, далеких стран, гениальных композиторов, гитаристов и, в конце концов, таких же людей, как и мы, кто любил, мечтал и творил. Одним словом, вот так вот взять и просто попутешествовать сквозь время и пространство. Время, которое не подвластно нам, а только испанской гитаре. Спасибо, что остались со мной до конца этого видео. Буду ждать вас в гитарном клубе. До новых встреч!